В Госсовете Чувашии выбрали нового председателя. Им стала Альбина Егорова, которая временно исполняла обязанности спикера республиканского парламента. Как прошло голосование в нашем материале. Сегодня председатели Госсовета выбирали в 9-й раз. Своих кандидатов на должность выдвинули все 4 фракции. Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия и КПРФ. Сегодня фракция «Единая Россия» рассмотрела и тоже абсолютным большинством поддержала Альбину Егоровну для выдвижения ее на должность председателя Государственного совета Чувашской Республики. Альбина Егоровна – человек успешный, зарекомендовавший себя с положительной стороны, ответственный, правильный, умеющий консолидировать наш парламент. С предвыборной речью выступили все кандидаты. Парламент сделал свой выбор. Абсолютное большинство за Альбину Егорову. Должность очень ответственная. Конечно, все те выступления кандидатур, которые представлены от других фракций, для меня очень значимы. И, конечно же, в своей работе мы будем конструктивно взаимодействовать по всем направлениям. Будем в единой команде работать. Действительно, как вы сказали, у граждан много вопросов, проблем тоже много, которые нужно решать. Выборами спикера на очередной сессии не ограничились. Парламентарии обсудили уточнения в республиканский бюджет. Параметры на ближайшие 3 года изменились. Расходы республиканского бюджета на 2019 год увеличиваются на 8 миллиардов 395 миллионов рублей и составят 54 миллиарда 652 миллиона рублей с ростом на 12,9% к 2018 году. А вот доходы будут меньше на 356 миллионов, то есть бюджет на этот год с дефицитом. В 2020 и 2021 намечается уже профицит. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Валерий Резюков, Республика.